Самый лучший дом. Одному из многоквартирных домов Фокина присвоена высшая категория А+ по энергоэффективности. Пятиэтажка по адресу улица Постникова, 16, по заключению экспертов, полностью готова к отопительному сезону. Подробности в следующем сюжете. Необычная табличка была установлена на днях на одном из многоквартирных домов Фокина. Крупная литера «А» со знаком «плюс». Немногие горожане сразу ответят на вопрос, что означает такая надпись. За точным определением нового обозначения мы обратились к председателю ТСЖ «Софит», под управлением которого находится дом номер 16 по улице Постникова. Согласно закону о энергоэффективности, все дома должны быть присвоены класс энергоэффективности. В настоящее время в городе Фокин это один единственный дом, который уменьшил потребление тепла от норматива на 60,4%. То есть мы уменьшили. То есть оплата жителей за коммунальную услугу отопления и горячего водоснабжения сведена до минимума. Системное повышение энергоэффективности дома – основной принцип управления, установленный в товариществе собственников жилья «Софит». Сергей Пригонец, возглавляющий совет дома, признается, потребовалось около 8 лет, чтобы реализовать все намеченные планы по утеплению и модернизации жилого здания. Мы утеплили дом полностью, утеплили пол скатной кровли, установили погодное регулирование, загерметизировали входные двери, в подвале поставили пластиковые окна. Проведенные мероприятия позволили значительно сократить размер коммунальных платежей за теплом. Кроме того, жители дома полностью избавлены от оплаты за общедомовые нужды. Помимо этого, в перспективе присвоенная высокая категория может добавить жильцам Постникова 16 еще ряд преференций. С 1 января 2020 года изменяется порядок преференций для таких домов. Одно из предложений в Государственной Думе прозвучало Российской Федерации, что таким домам будет устанавливаться персональный тариф на услугу отопления и горячего водоснабжения. Тепло, уютно, чистенько, все замечательно. Он утеплил наш дом, благодарны ему. Дело в том, что дом очень хорошо выглядит внешне, ну а внутренне это уже наша забота. Облагораживать. Наш дом хороший, а председатель еще лучше. Помочь ему, он все сделает идеально. Без сомнения, опыт настолько эффективного управления жилым многоквартирным домом стоит взять на вооружение не только другим ТСЖ, но и управляющим компаниям, что позволит благоустроить и привести в порядок каждый многоквартирный дом Фокина, а значит, в конечном итоге сделает наш с вами город красивее и чище.